Добрый день, дорогие мои зрительницы, подписчики, мои подружки. Хочу поздравить вас с днем 8 марта, с женским днем. Хочу пожелать хорошего настроения, улыбок, радости, счастья. Пусть в вашей жизни всегда ярко светит солнце, поют птицы, и пусть дни будут светлыми и безоблачными. Конечно, не такими, как сегодня день пасмурный, солнышко чтоб светило, чтоб ваши любимые мужчины поздравили вас и подарили подарки обязательно. Желаю вам получить хорошие, интересные подарки. А от нас что? Мы накроем стол, конечно. Ко мне завтра тоже придут детки поздравить, то я хочу сделать шоколадный бисквитный рулет с кофейным кремом. Салат из печени трески, ну и что-то второе горячее, потому что детки всегда бегом, бегом, бегом и вперед. Так что, мои дорогие, до новых встреч, всего вам доброго, и хорошо и весело отметить праздник.